Привет, друзья! Привет! Меня зовут Парфеноров, и мы с вами играем в Counter-Strike. Кстати, вы на канале Парфеноров, и если вы еще не подписаны, я думаю, самое время это сделать. Потому что пока вы это не делаете, видите, как меня разносят. Только ваша помощь. И только ваша поддержка моих любимых подписчиков помогает мне делать крутые вещи. Да... Илюха! О, паньки, кто лидер в нашей команде? И я. Почему? Потому что я Парфеноров и я крут. Вот прям сейчас подписывайся на канал Парфеноров, и я покажу тебе, где я играю. Фу, блин, не могу сосредоточиться. Потому что ты на меня еще не подписан, и я начинаю плакать. Горькими слезами. Потому что все, что нужно от тебя... Это всего лишь подписаться, поставить лайк. И будет тебе счастье. А если ты этого не сделаешь, то какое же счастье? А, вот так вот. Меня товарищ Пац, почти Кац. Птах. А, Птах. Фу, блин, Пац. Еще и читаю. Читаю, как неграмотный. И отстань от меня. Отстань. Вот, сюда. Ага. Товарищ Пац. Бам-бам-бам. Не смог. Пойдем через эту сторону. Да ты что такой, бессмертный что ли? Я прям расстроен. Мое. 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 Оп-оп-оп-оп-оп. Не пойдем сюда, хотя 4 хп, что терять? Поднимаемся наверх. Бам, и получаем свою плюху. Прям вот так вот меня. Паунс, паунс, паунс. О, мы нас сместили с лидерства. Причем далеко уже сместили. Самое время, пока где раки зимуют. Мое. Давай, вылазь. Бам, вот так вот тоже бывает. Мое, релот, релот, релот. Релоут, релоут, релоут. Релоут, релоут, релоут. Бау! А неплохо так зашел. Выровнялся по уровню с другими ребятами. Пока у меня такое же бесполезное орудие, как и у них, можно ехать, бежать дальше. О, все. Обогнали меня по уровню орудия, и значит, что пора работать дальше. Бау! Вот так вот бывает. Если плохо следить за игрой, получается результат никакой. Никакой, никакой. Если плохо следить за игрой. Ой, кто это лидер в нашей группе? Я, что ли? Ой, а что это по мне никто не попал еще? Уфу, я проскочил, отлично. Бау, вот это было бы круто, если бы я дальше там остался стоять. Я видел, там кто-то очень любит вот в это окошко выходить. Давай, друг, я жду тебя. Давай. Давай. Нет, да. Жаль. Ну что ты? Бегаешь по лестнице, как этот, как красавчик. На мне потом не попасть, типа, кому. А что у нас тут происходит? А, да, я понял твой намек. Ты где-то здесь, за горизонтом. Давай. Чё, никто? Вот так и приходится, так и живем, короче. Блин! Серьезный друг. Давай. О! Бау. Вдвоем на одного, нечестные детки. Блин! Тебя-то кто сюда звал? Давай, вылази.
Самое время. Самое время показать, кто ты. Показать свою силу и мощь. Бау. Чики-бау-бау-бау-бау. Бежим вперед. Вот там сейчас будет замес. Бежим дальше. Еще немножко. Ах, ты ж вас двое. Ах ты. Титаник тебе в бухту. Бежим сюда. Бежим сюда. Ой, мое. Кстати, я лидер команды, если вы вдруг не заметили. Я вам свечусь красненьким. Это значит, что я крут. Парфеноров рулит. Парфеноров разруливает. Парфеноров еле выжил после того, как... Бау. А сейчас вообще не выжил. Прикинь, такое тоже бывает. Бывает, я не выживаю. Ух ты, 16 хп. Самое время идти в атаку. Бау. 16 хп, самое время идти в атаку. Только я могу так делать, да? Вместо того, чтобы взять, спрятаться куда-нибудь. Я мчу. Релод. Опаньки. Сюда пойдем. Уйди. Давай, давай, давай. Ну вы же... Ах ты как? Ты ни одного не снял. Так хорошо сидел, ни одного не снял, а? Вот как это называется, друзья, если не... Да. Как если не да? Бау. Вот так вот мне попадают, и я бегу дальше. Выхожу один на один. Прицеливаюсь вот сюда вот. Да. Печалька. Блин, вообще как-то вот... Прям ух, как тяжело. Не пойду сюда, пойду вот сюда. Вот тут меня больше любят. Нет, не так уж меня тут и любят. Я-то думал, что меня встретите как друга дорогого, а вы встретили как врага паршивого. Я, короче, по этому поводу сильно расстроен. У кого-то уже ножик. Ух ты! Ха-ха! Да, отличная игра. Напомню вам, что вы на канале Парфеноров, меня зовут Парфеноров, и мы играем с вами в КС-очку. Подписывайся на канал, ставь лайк, поставь колокольчик и пиши комментарий. Ух ты, нам повысили ранг, мы теперь полковники, это очень мило. Спасибо вам за игру, всем пока.